давно? Вот гад, а что значит? Что там, нормально голос? Да, лучше времени. Самое главное, чтобы голос был слышен. Все остальное нафиг выключаем. А, вот просто чуть-чуть погромче голос сделать. Да, ну там, понимаю, а может мне лучше погромче. Прикинемся конкретно и выйдем. И это было в ходе за все глаза. Два мира, сектор газа.
друзья. Итак, наша песня «Посольство». Пацаны.
микрофон. Один, два. Сюда микрофон. Я не слышу, короче, мужики, что я пою. Слушайте меня сами. Yeah.
Пацаны, я как Брежнев бегаю к одному микрофону. Какой мне петь, в этот или в тот? Вот так вот, понял. Как на президиуме, так сказать, вот, в общем, товарищи, понимаешь. Песня про блоху. Пройдемся по 90-му году. Я вообще считаю, пацаны, что для «Сектора газа» это был самые лучшие альбомы, на мой взгляд, я не знаю, как на ваш взгляд, это альбом «Колхозный панк», «Ядрёна рожь», «Зловещие мертвецы», «Ночь перед Рождеством». Вот, я считаю, самые лучшие. Ну и мне очень нравится последний «Восставший из ада», потому что
как вам сказать, Юрец выложился, я вам хочу честно сказать, он написал этот альбом, 6 месяцев он работал в студии, и получился очень классный саунд. Мне нравится альбом, особенно три вещи, про ведьму, 90-й год, и восставшие из ада, три вещи, супер. Ну а мы сейчас споем вам песню, когда Юрка пришел ко мне домой и сказал: Куч, мы с тобой, наверное, попрем, иди к нам в группу. И написали песню, сидели на лавочке возле моего дома. И песню назвали «Возле дома твоего». Мы спекашки, где гласим бумаги, у нее утром дома.
Обещали нам снять видеоклип, но, не хочу плохо говорить, понимаете, хотели взять нарезку из фильма «Спецназ», на вот это, сейчас мы вам эту песню споем, вот, но нас зарубили, как неформатную группу, понимаешь, вот, и бьемся, чтобы на радиостанцию попала эта песня. Я думаю, наверное, то, что не попадет. В общем, там, где появляется «Сектор газа», никуда не пускают, пацаны, поэтому, в общем, приходится... Ну, что делать, всю жизнь не пускали для того, чтобы стать популярным. «Сектор газа» никогда не пускают, ни на какие радиостанции. Ну, а зачем быть популярным, когда все и так нормально? Поехали!
она не впервые, но здесь, то есть впервые в этом году. Ну а теперь носки у всех чистые. Снимайте, будем проверять. Thank you.
еще одна песня из нового вот этого альбома «Огненный рай», которая называется «Я пишу девушкам, которых мы выбираем». А есть песня девушки, которых мы выбираем, а есть песня девушки, которых мы любим. Разницу усекаете? Вот мы сейчас споем песню девушки, которых мы любим. Круче, круче.
обчищу только так. Одной зарплаты мало. Вы поймите, чуваки, у меня есть тоже шлюхи, мне нужны ведь пятаки. Эх, кто за дверью? Выходи в сортир по одному. Эх, кто за дверью? Выходи поссать по одному. Да здравствует московская милиция, товарищ. Девушка по нашим крутикам домой.
Все, спасибо, ребята, всем за то, что вы пришли нас сегодня посмотреть. Мы на этом с вами прощаемся. И, возможно, в феврале мы еще увидимся. Мы еще немножко порепетируем, пацаны, а то мы совсем не репетируем никогда. И еще побольше песен сделаем в феврале. А вы как раз этот альбом послушаете, и мы будем уже знать, какие песни делать. Ну все, пока всем. Мы не прощаемся, мы еще обязательно с вами увидимся. Пьяный, как хватит. Поломанный. Сейчас один. А? Диск. А что там название там все ставит? Ну, которых новых песен название, я ж не знаю. Нет. Что-то. Давайте бегом, у меня пленки 20 минут осталось, блин. 20 минут пленки осталось. Кстати, погон. О, остались. У меня еще есть. Еще есть. Ребят, короче, продают хоть диски, скажите, а? Да. А? Только кассеты, а что, диски не завезли, что ли? Жлобы. Жлобы. Не мы не жлобы. Сейчас у нас тут барабанщик пристегнется к барабанам, чтобы не улететь. Да тут пить-то нет уж еще. Все, последний, уходим. Слушай-ка, приятель, да смотри, соплю, как я распопал тут хулиганскую статью. Просто на разливе пиво я попил, и от этой дряни живот меня схватил. Понимаешь ты меня? Понимаешь ты меня? В общественной уборной не хватило.
свободы не дают.